Ну, друзья, Ватикан, зал Рафаэля. Вот эту фреску почти сам Рафаэль написал 30 или 31 год. Ну, что сказать? Ну, можно рассмотреть очень долго там этиологические, религиозные составляющие фрески, которые присутствуют естественным образом здесь. Но само шикарное написание очень-очень. Мы тут зависли где-то часа на минут на 40 рассматривали. Рафаэль изобразил себя сам. Вот это Рафаэль.